Всем привет, с вами Мистер Про, и сегодня покажем портал мод для Майнкрафта Pocket Edition. Что ж, этот мод добавляет нам довольно много разных вещей с легендарной игры Portal. Что, во-первых, у нас появляется книжка, в которой вы можете узнать целиком информацию о этом моде и настроить разные штучки, к примеру, размер интерфейса, размер цифр, размер букв. Да, все это настраивается именно в этой книжке. Ну и что ж, дальше у нас есть пушка, с помощью которой вы сможете поднимать в небо целых мобов. Ну что ж, давайте испытаем на этом жителе. Бедный житель, да, я тебе не завидую. Что ж, просто подбираем, и теперь мы можем его запустить или просто кинуть, или дропнуть, да. Дальше у нас есть пушка, с помощью которой мы как раз создаем эти порталы. Первый портал это будет синий, и второй портал должен быть желтым, из которого мы будем выходить. Что ж, просто заходим в синий, и мы должны появиться в этом желтом портале, да. Вот такая логика в этом моде. Как видите, все работает. Да, без всяких багов и вылетов, как это бывает в разных модах. Что ж. Так, ну ладно, мы его сломаем. А дальше у нас также мод валяет новых мобов. Вот такая турель. И еще есть черный турель, которого вы можете настроить с помощью специальной турельной штучки, да. Они также настроены, вы можете делать их злыми или добрыми. Есть радио, которое вы можете включить или выключить. Есть проигрыватель, который вы можете засунуть в пластинки. Что ж, пластинка довольно прикольная. Давайте послушаем. Эй, друзья, вы что делаете? Вы же я не знаю. Но вы не должны это делать. Что? Ты откуда появился? Эй, что здесь творится? Что за каналь? Что ж, давайте, пришла очередь второй пластинки. Но она мне не больно нравится, поэтому давайте вернем нашу старую пластинку, и пусть она играет до конца этой серии. Что ж, также есть два новых блока, но, к сожалению, с ними еще пока не разобрался. Есть также такая доска. Если мы наступим, то она нас подкинет, и вы сможете запрыгнуть довольно на высокие горы. Да, моя специальная штучка нужна для запрыгивания на высокие горы. Как видите, этот мод целиком работает, и, как я сказал, без всяких багов и вылетов. Вот. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.